Всем-всем большой привет! Получила я очередную коробочку New Beauty Box. Эта коробочка ко мне пришла лимитированная. Она была собрана совместно с бьюти-блогером Яной Русой. Вот так выглядит Яна. Тут она описывает свое мнение по средствам, которые были вложены в эту коробочку. Яна у нас длинноволосая русая красавица, и ее коробочка собрана больше с учетом именно украшения и заботы о волосах. Сама коробочка очень приятная. На ней написано, что она «Я завтракаю бриллиантами, чтобы сиять весь день». Это очень приятно. Как всегда, внутри приятное и красивое оформление. Восхищаются той, которая ее открыла. Ну, это, конечно же, я. Приятно, конечно, что вот этот сервис New Beauty Box обращает особое внимание также и коробочкам. Давайте мы эту девушку посадим вот тут. И будем смотреть. В коробочке были мини-версии и полноразмерные версии ухода за волосами. Мы начнем, наверное, с вами отсюда. И первое средство, которое нам попадается, это бальзам. Бальзам для волос и кожи головы, восстанавливающий. Я поближе покажу, читать это не буду. Вы можете поставить на паузу. Цену хорошо видно внизу. И сам бальзам, который приехал ко мне, он был в мини-версии. Вот так он выглядит для восстановления волос. Произведено ООО «Корус Фарм». Давайте посмотрим. Обязательно потестирую. Мне очень интересно. Волосы у меня после моря пострадали, поэтому тема ухода за волосами для меня сейчас очень актуальна. Я даже на море хотела, на полном серьезе хотела уже состричь всю длину, потому что волосы от соли страдали, они путались, и хотелось их даже срезать и убрать. Поэтому восстановление такое неизбежно. Что сама Яна говорит об этом бальзаме? Она говорит, что в нем входит масло нероли. Прекрасно справляется сразу с двумя проблемами. Борьба с жирной и сухой кожей. Редко встретишь такое двойное свойство. Это действительно так. Разница в том, сколько держать его на волосах. То есть, если кожа головы и волосы сухие, то одно время, если жирные, то другое. Я показывала поближе, когда вот эту брошюрку здесь можно было прочитать. Следующее средство я получаю уже второй раз. У меня оно уже было, даже оно у меня ушло в пустые баночки. Это имбирная вода с серебром. Давайте тоже поближе покажу. Можно прочитать информацию. Мне эта вода очень понравилась. Было даже, когда я ее наносила на лицо, и после нее даже не требовался уход. То есть я не наносила никакой крем. Вот так выглядит эта имбирная вода. Тонус и здоровье кожи. 50 мл в этом флаконе. Написано подробно, как применять. Но об этом я уже показала. Давайте ее здесь поставим. Так. И что говорит сама Яна об этой воде? Олеся Мустаева этот гидролат из вытяжки имбиря создала, судя по всему. Средство уникально своей универсальностью, и для кожи головы подходит, и для волос. Рекомендую сделать маску для лица с добавлением этой водички. Действительно, ее хорошо добавлять и в маски для лица. Это так, я пробовала. Мне тоже понравилось. Она какое-то действие немножко усиливает. Следующее средство, это у нас идет интенсивная маска для непослушных волос. Ой, какие они у меня сейчас непослушные. Давайте тоже поближе покажу информацию. Маска обычно идет в круглой большой банке, поэтому цена на нее велика. Мне пришел вот такой саше. 25 мл. Тут количество достаточно, чтобы сделать полноценную маску и
ее потестировать. Давайте вот так чуть поближе покажу. Единственное, что падает тень. Здесь такого солнца нет, как было на юге. Поэтому приходится пользоваться даже в полдень электричеством. Очень мрачно, тучно на улице. Что сама Яна говорит об этом средстве? Так, интенсивная маска для непослушных волос. С этой маской думать о вреде укладки теперь не нужно. Ведь с ней твои волосы всегда будут ухоженными и сильными. Вот такие обещания. Монастырская мыловарня. Традиция. Шампунь с лечебной грязью. Вот так выглядит следующее средство. Оно было очень оригинально упаковано. Я сначала не поняла, почему. Давайте вы почитайте. Ставьте на паузу. Я вот так покажу. Я сначала не поняла, почему это средство было оригинально упаковано. То есть оно лежало не просто в коробочке, оно было еще в пупырке, так как я думала, это стекло, но нет, оказалось пластик. И в пакетике. Потому что здесь стояла вот такая вот печать. Она обсыпалась у меня, повредилась в дороге. Потому что доставлялась почтой России. Но очень оригинально вообще. Вот это вот была задумка такая. Почтовая печать раньше. Я работала, помню, одно время на почте. И мы такие печати на посылке делали. Поэтому так оригинально. Этот шампунь идет с лечебной грязью для всех типов волос. Особенно для проблемных подходит. Не пробовала, не тестировала. Сделано в конце 2016 года. Вот такая тут информация. Я не знаю, здесь, наверное, миллилитров 100. Да, 100 миллилитров и 12 месяцев срок годности. Что говорит сама Яна об этом монастырском шампуне? Который монастырская мыловарня, традиция. Приготовлен ручным способом в благородном месте. Натуральное средство просто поражает, но не менее чем эффективность. То есть обещает, что не просто натуральное, но очень эффективное будет средство. Поэтому уже не терпится попробовать, если честно. И на этой странице еще одно средство от Глискур. Бьюти-бальзам для волос 11 в одном. Давайте я вот так поближе покажу. Немножечко я похрипываю, не обращайте внимания, я все-таки простыла. И вот так. Сухие или чуть-чуть подсушенные влажные волосы наносятся. Выглядит этот бальзам вот в такой красивой коробочке, сверкающей. И давайте его достанем, посмотрим. Он уже идет в полноразмерной версии, я так думаю. Иначе мини-версию не положили бы в коробочку. Вот так он выглядит. В нем 50 мл. И вот так вот смотрится. Буду пользоваться. Ой, мне прямо уже не терпится, потому что волосы очень просятся поухаживать за ними. Все, первую страницу мы посмотрели. Давайте, что Яна говорит про этот бальзам, найдем. Эффект 11 в одном для красоты. Невымышленная сказка. Главное не смывать. Вот так говорит Яна. Ну и давайте. Эту страницу мы закончили. Переходим ко второй странице. И, конечно же, сухой шампунь от Керасис. Да? Нет, от Клоран. От Керасис будет дальше. Не сухой, а жидкий шампунь. От Клоран, конечно, сухой шампунь. У меня такой есть, пользуюсь с огромным удовольствием. Тоже был он в коробочке красоты. Обожаю мини-версии, они очень удобны, если нужно взять куда-то с собой. Но с собой я беру крайне редко, разве что только в путешествие. А так мне очень нравится этот шампунь. И кажется, у Клоран есть еще для черных волос индивидуальные шампуни. Но очищает он волосы очень хорошо, и он придает еще объем. Я люблю им вот именно пользоваться, когда мне нужно приподнять волосы немножко. Он тоже хорошо помогает. Ну и давайте поближе покажу. Может быть, есть те, кто не знаком с этими шампунями. Вот так. Не отяжеляет он.
расстояние не менее 30 сантиметров, чтобы не быть покрытой белой пылью. И немножко надо подождать, чтобы он сделал свое дело, а потом уже расчесывать волосы. Сухой шампунь с молочком овса. Яна говорит, что без сухого шампуня не выходит на улицу. Всегда пригодится, чтобы поправить прическу или освежить волосы. Вот так говорит о нем Яна. Следующее средство у меня по очереди идет. Тоже шампунь. Профессиональный шампунь, придающий объем ослабленным и истонченным волосам. Так вот его использовать. Большая версия 830 рублей. Не знаю, сколько там объем в большой. Но мне пришло саше. Вот такое саше. Тут, я хочу сказать, не так и много. 10 мл. Хорошо, достаточно, чтобы промыть кожу головы. Но длину волос, конечно, ну, если только пеной. Вот. Попробуем. От L'Oréal. Яна об этом шампуне говорит. Профессиональный шампунь. Мечтаешь об объемных волосах, но не можешь найти свое идеальное средство? Этот шампунь, придающий объем, исполнит твою мечту. Вот так. Ну и теперь, конечно, Kerasys. Тут идет и шампунь, и кондиционер. Это система лечения волос. Мне это очень понравилось. Смелое заявление, не просто очищение, но тут обещают еще и лечение. Я поближе покажу, а вы смотрите. Цена есть и на шампунь полноразмерный, и на кондиционер. Все написано, как пользоваться. У меня эти саше в объеме 60 грамм. Вот так они выглядят. Очень удобно. Разные крышки разного цвета, чтобы не перепутать, когда надо пользоваться. С черный шампунь, с белый кондиционер. Ну, приятное такое оформление. Приятнее, чем когда саше. Яна говорит об этой паре. Полноценный дуэт для восстановления волос от секущихся кончиков. В комплексе смогут добиться отличного результата. Ну, не знаю, я немножко скептически отношусь к таким вот высказываниям. Мне кажется, секущиеся кончики спасают только ножницы. Но вот после ножниц, наверное, неплохо так вот восстанавливать. Ну, а кто его знает, может быть, и эта пара могла бы восстановить, если бы они были полноразмерные и хватило бы надолго, то есть как бы лечение. Поэтому спорить не буду. Я очень рада, что я ими буду пользоваться. И последнее средство, которое приготовила Яна. Это у нас лосьон для придания объема. Так, давайте вот так покажу. Я пытаюсь тут выглядывать из-за камеры, тоже читать вместе с вами. Ну, тут видно, что обещают. Надо лосьон у корней на сухие или слегка подсушенные полотенцем волосы наносить. И, по-моему, смывать тоже не надо. Обещает, что эффекта утяжеления не будет. Вот так выглядит этот лосьон для придания объема. Видимый объем у корней, экстраупругость с биотин комплексом для лишенных объема и для тонких волос. Ну, в общем, вот такое вот средство. У него носик такой. Вообще, от Schwarzkopf очень приятные ароматы средств для волос. Мне они нравятся. Вот такое еще одно средство. И что о нем говорит сама Яна. Этот лосьон станет твоим верным помощником для придания объема, чтобы волосы были густыми и красивыми всегда. Вот все, что говорила об этих средствах сама Яна. Все проверю на себе. Очень интересно. Вот она, Яна. Я, если честно, на нее не подписана. Когда я получила коробочку красоты, я зашла на канал Яны, посмотрела на эту девушку, чтобы быть хотя бы немножко знакомой с этой обаятельной девочкой.
Вот такая вот коробочка ко мне пришла. Я осталась довольна продуктами. Конечно, буду теперь тестировать. Из всех продуктов мне знакомы только два. Это имбирная вода и от Клоран шампунь сухой. Ими я уже довольна на данный момент. Остальные буду с удовольствием тестировать. Мне интересно, если честно, что они из себя представляют. Ну, а с вами, наверное, я уже прощаюсь. Расскажите, чем пользовались из этого вы. Может быть, что-то вам было интересно. Обязательно ссылку, где можно заказать коробочку, я оставлю под роликом. Также у них на сайте всегда проходит супер акция для подписчиков, для моих подписчиков. Каждая девушка, которая в комментариях к заказу коробочки напишет мой ник, Лана Светлана, получит обязательно дополнительную миниатюру в подарок. Я ник свой не пишу, поэтому у меня дополнительной миниатюры нет. Ну а вам может повезти и будет еще какое-то дополнительное средство. Это очень приятно. Всем спасибо огромное за внимание. Спасибо, что вы оставались со мной. Всем до новых встреч и всем пока!